Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем играть в Gridfall, и мы должны спрятаться у выхода из деревни и дождаться ночи, хотя, на мой взгляд, уже вполне себе ночь. Ну ладно. Вот тут идет. Я дождался ночи. У меня 56 метров сюда идти. Я буду краться. Я не знаю, где выход из деревни, но мне до него 40 метров идти, а вон он там вдалеке. Я думаю, никого не удивит идущий на корячках чувак в плаще, за которым будут на корячках еще двое. Причем один из них громыхает железом. Это вполне нормально в этих краях. Я думаю, вот это выход из деревни. Хотя он странный. Здесь можно спрятаться и подождать. Посмотрим, куда уходит на ночь этот человек. Спать зеленокровный, он пришел. Где? Парам-парам-парам. Так, я не понял. Ходу, блин. Он бежит. Так, я сохранюсь. Да, я... Тихо-тихо-тихо. Нет меня, нет меня, нет меня. И чего? А с мышами-то чего? Да пошли вы в сраку. Там человек уходит. У него мыши какие-то. Блин, я не могу ничего с этим сделать. Валите их нафиг. Сломайте им что-нибудь. Погнали быстрее. Ну, раз все нормально, значит, так и должно было быть. 54 метра, норм. Тут что нас ждет? Камни силы в большом количестве, я буду ведьмаком. Куда пропал этот человек? Наверное, он прошел через эту дверь, сплетенную из чего-то там. Где дверь, сплетенная из чего-то там? Вот это? Да, похоже. Блин, на мой взгляд, она сплетена из камня. Здравствуйте, глюки. Да вы при такой графике морду близко не показывали. Мне даже весниться будет, я в кошмарах буду просыпаться. Диабло, ты ли это? Что случилось? Такой бледный, будто расколотое дерево заговорило с тобой. Вроде того, у меня было очень правдоподобное видение, я словно стал деревом. Буратино? Рассказывай, я уверен, что это ключ к загадке. Я был деревом, буря гнула мои ветки с такой силой, что было больно. А никому не кажется, что он видел что-то другое? Молния блеснула несколько раз, потом пронзила меня насквозь. Мое тело охватило странное тепло, потом все утонуло в пламени. Я не видел молнии, между прочим. Я видел только пожар вокруг. Жизнь покинула меня, остался лишь привкус пепла во рту. Горела вся поляна по кругу. Никакого дерева не было. При этом я продолжал все чувствовать. Дождь начал барабанить по земле. Где-то глубоко во мне ожили древесные соки, между посиневших корней пробился росток. На этом видение закончилось. Никогда со мной такого не случалось.
Я бы сказал, тут горела вся поляна. Так, там что-то, видите, горит какой-то огонек за этой дверью. Дверь неюзабельна. Просто полыхала поляна по кругу. Кругом огонь такой, впирал ада. Больше ничего. Ну что, надо какую-то хреновину поюзать, я прав? А смотреть. Рисунок на этом камне похож на символ Земли. Огонь. Ребенок. Всего дерево жить. Что надо сделать? Пробудить камень. Солнце. Луна. О, какой обугленный. Огонь. Смерть. Вау. Снежинку, символ снега или льда. Молния. Буря или ветер. Короче, погнали. Буря или ветер. Па-бам. Получит новый свет, ничего. Подвиньтесь. Молния. Была, была. Лед не надо. Смерть хрен его знает, раз только там вылез, так что не смерть. Луна, черт его знает. А, солнце, не знаю. Жизни. Хрен знает. Так, огня, огонь был. Земле. Не факт. Воды. Наверное, надо зажечь свечи в другом порядке. Мыши! Деревом. Буря гнула. Дерево, буря. Молния. Огонь. Смерть. А, блин, порядок, порядок. Дерево. Буря. Блин, ручки, иди сюда. Надо все зажечь. Молния. Огонь. Смерть. Жизнь, наверное. Вот так, наверное. Их 6 штук. Так, что тут валяется? Я заберу. Я не жадный, я просто заберу все. Это те, которые я пробудил, да? Ветра. Молния. Лед. Смерть. Луна. Солнце. Жизнь. Огонь. Земля. Вода. Буря. Молния. Лед мимо. Огонь надо. Солнце. Жизнь. Огонь. Я дерево не нашел. Смерть. Луна или солнце еще нужно. Только я не знаю кого. Жизнь потом.
Земля. Жизнь. Огня. А жизнь. Drawing on this stone resembles a symbol that must represent the earth. А, я же их смотрю, я их не нажимаю. Погнали, ветер. 1 из 6. Молния. 2 из 6. Солнце или луна нужно? Огонь. Огонь. Вот тут что за фигня светится. Вода. В другом порядке. Он... На воде я сбился. Так, патронов нету. Так, ну, видимо, вот эти 6 камней, но надо в другом порядке зажигать их, да? Ну, что там, дождь, наверное, да? Вода сначала. В другом порядке. Это неправильное начало. Слушай, он сразу дает мне неправильное начало, да? Подает понять, что я неправильно делаю. Так, я топором могу махать. Что вы думаете, я всех боевку не качал? Гнусные мыши. Так, полечимся. А ты, девушка, могла бы лечить на халяву своих командников. Так. То есть вот начало вот отсюда было правильным, да? Ветер. Молния. Молния. Огонь. Нет, огонь. Так, ветер, молния, огонь. Пока нормально. Теперь смерть. Смерть, вода, жизнь, наверное, вот так. Смерть. Либо смерть, жизнь, вода, либо смерть, вода, жизнь. Вода, жизнь. Ну, в общем, я угадал, просто порядок был неправильный. Ты все сделал правильно. Камни пробудились в нужном порядке, проход открылся. Но пойдем дадим люлей там всем. Кровавое святилище. Чуть не очень оно кровавое. Зелененькое такое, хорошее. Булыжники странные тут лежат. На коконы похожие. Так, сохранимся под такое дело. Мне что, туда надо залезть? А, ну просто прийти. Quiet. Тише. Оттуда ям канадед олей, тадулан вранди, алаун элейс аген олей вей. Клоси гарамам и телами ольфлинау их эгрем. Клоси кадем таентис ола рабени а оль слаи. Фанква сакенгадем фрадем адигалем. Блин, все руки режут, что они инвалидами будут. Там все сухожилища перевесными будут. Los duis arruyect nes diri. Lois de Graman adres Gideon, arreta. Es far nufradi.
Вот к чему они это на эльфийском? Я не понимаю, там написано, никто говорит, ничего он говорит. Какой странный обряд. Первый раз его вижу. В моей деревне таких страшных ритуалов не проводят. Подозрения Телемпс все уже не выглядят беспочвенными. Шаман, который провел обряд, был из этой деревни. Нужно поговорить с Дердре. Ну, погнали, поговорим с Дердре. По газам. Ну, тут можно лутецки собрать. Не то. Эй, я спуститься хочу. Угу. Собирать, собирать. Кто у нас в кустах тут помер? Отлично. Игра выходит на финальную прямую, или мне кажется. Вот может какой-то злобный культ нашли. Я знаю, они поклоняются Ктулху. Только лесному. Поэтому он небольшой. Что у нас вообще по карте? А, ну тут видите тупичок. Тут тупичок, там не тупичок, это путешествие, а там вот непонятная фигня. Угу. В общем, всю локацию оббежали практически. Колючки стоят, так ночью в лес пойдешь поссать, накуришься и все, и будешь до утра висеть. Чувак, у тебя карман горит. Так, мне туда, видимо. Это долбанутая деревня. Вот соплеменники девушки, которая с нами ходит, мне больше нравится. Слушай, Дердри, тут у тебя вудуисты копались. Ты, может, так спокойно не сидел? Что ты ищешь? Мы нашли святилище и помогли провести кровавый обряд. Чё? Мы помогли? Скажите, нам явился тот самый демон, о котором говорят священники? Ваши священники глупы, и ты тоже. Я еще не видел таких обрядов. Пожалуйста, расскажи, для чего он нужен? Мой спутник не такой, как другие пришлые. Он похож на нас. Прошу, поделись с нами знаниями. Мы хотим понять. Ну хорошо, я постараюсь все объяснить. Этот обряд призван наделить наших воинов силой. Мы живем в гармонии с природой, мы неразрывно с ней связаны. Она общается с нами, у нее много лиц, вы видели только одну из них. Чтобы дать отпор пришлым, мы отправились к ней за помощью, и она явилась. Так с ней можно общаться, взаимодействовать. То, что вы видели, не было общением. Посетите святилище, чтобы увидеть одно из ее лиц и поговорить. Отправляйтесь до болота за горами. Там проведите обряд, чтобы призвать ее. Но, возможно, вам не понравится то, что вы услышите. Мы помогли провести обряд? С чего он разговор начал? Я что-то удивлен. Мы просто там последили из-за угла, так, а? Обряд. Так, ну давайте посмотрим, что у нас есть. Найти святилище. Ладно. Найти лагерь научной экспедиции. Хорошо, давайте посмотрим. Найти святилище есть. Лагерь там у нас где-то в жопе мира, по-моему, учится, да? Найти лагерь тут. А куда мы идем? Мы идем к глобусу.
Ну, погнали. То есть оно рядом, светилище 400. Ну, блин, там глобус в той стороне. Чего вы... Ладно, погнали к глобусу. Может, нам покажет ей это светилище. Но там вообще как бы нет ничего. Там где-то вдали глобус. Ну, пойдем. Хрен его знает. Может, как карты пристыкованные. Че, серьезно? Коллеги! По-моему, на нас нападают. А у меня в ружье патроны кончились. Уходим, 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 я под ядом. Да, блин, вы задрали. Коллеги, бейте их, бейте. Да вы нафиг пошли, летучие твари. На меня колу установила или чё? Опять я. Да пошла ты нафиг. Ладно. Ну, пойдем, ладно. Пойдем дальше. Не буду ничего собирать, погнали. Я что-то забыл, как парализовывать. Чем я этих козлов парализовывал? Чем-то парализовывал уже. Здравствуй, жопа, Новый год. Святилище за болотами. Уклонение, пробивная тень, яростная магическая атака, магическая защита. Паралич. А, вот открутилка, это два, да, хорошо. А вы мирные? Вы мирные. О, ни хрена себе! Хрен на себе. В пень таких мирных. Drink a potion. Так тебя фигачишь, что ли? Ну давай, ладно, я тут зафигачим. Я могу. И пилим, 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 не ждем, пилим. Не успел. Какой drink a potion? Так, девушка, ты его лечишь? Не надо его лечить. Он плохой, я хороший, меня лечи. А сейчас мне можно снимать яд. Так, погнали. Ну, нам туда, я пройду эти болота, даже если всех этих кабанов перебью. В отличие от патронов, мана у меня восполняемый запас. Там пузырится такой, подойти, не подойти. Ага, подаешь приключение, на жопу гребешь. Ладно, давай попробуем. Пофигу. Источник какой-то. Так, тут что-то валяется. Так, кабаны, я не к вам, я вот тут полутаю и уйду. Какой-то человек, священник. Так, монеты синие. О, боеприпасы. Отлично. Допрыгался священник. Еще. Да вас тут до хрена пришло, я бы сказал. Риза священника, забавно. Стоит ли драться с этими кабанами? Лут вообще вкусный. В целом-то. Уровень опять же. Ладно, погнали. Кабаны, вы против, что я священника возьму или нет? Ой, вы против, да. Погнали. Жарить его. Жареный кабан, блин.
Фига себе, он не парализуется. А, магии нету. Сейчас глотнем. А, тот уже. Вот тихо на твоей броне. Завалили. А, отлично. Ну чё, что там с уровнем, нифига не прибыло. Впустую дрались. Боеприпас. Кольцо боевого монаха. Ладно, я думаю, что-то из этого мне пригодится потом. Но снаряжаться я буду в городе, а пока пойдем дальше. Так. А мне надо лечиться? Вроде не надо. А мне надо ли мне магию? Вроде тоже не надо. Так, стоп, сейчас мы огребем по первое число, я чувствую. Так, вот святилище. Выход из региона, ага. Окей. Так. 5 часов, да. Мы идем. Святилище, мы идем к тебе. Надо ли мне что-то крафтить? Неправильный вопрос. Могу ли я что-то крафтить? Так, во-первых, что мне нужно? Мне нужны расходники. Мне нужны боеприпасы. Могу. 6 штук могу. Надеюсь, не по одному они крафтятся. Да. Зелье здоровья. А, сильный оживляющий порошок. Оживляющий порошок. А сильный что делает? Восстанавливает здоровье и броню. Это интересно. Давай. Я могу 3 штуки. Нет, 4 могу. Короче, сколько-то могу, фигачу. А, да. Зелье здоровья. Вот тут мне облом, потому что я всю боярку извел. Ну и ладно. Зелье магии. Да хрена могу. Тут вопрос в том, надо ли мне столько. А вот есть сильное зелье магии. Вот мне это интересно. Это мне более интересно. Давайте штук 20. А, да. Противоядие у меня есть? Ну, не знаю, но давайте создадим. А, да. Пойдет. Полетели. Ветвилвин. Найти лагерь научной экспедиции, какого хрена? То есть я мог туда сразу, что ли, пойти? Найти святилище. Блин, народ, вы определитесь, святилище или лагерь научной экспедиции. Тогда давайте по квесту посмотрим. Я хочу святилище. Найти лагерь научной экспедиции. Найти святилище. Я не понимаю, ну ладно. Что-нибудь мы определенно здесь найдем. Как минимум звездюлей себе на шею. Да, и тут должен быть мой лагерь. Где-то здесь. Сыроежка? Нет, сыроежки мы не любим. Так. А это, по-моему, костер. И сюда можно телепортироваться. Немножко сыроежек. Немножко подождем костер. Отлично. Все, теперь тут моя точка. Это теперь наша земля. Тут у них осень. Хрен поймешь, да? То святилище надо найти, то лагерь экспедиции. Возможно, как-то собрано все. Мы вообще где находимся? Глобус дайте, пожалуйста. Вообще лагерь научной экспедиции вон там. Долина Великой Битвы. А здесь у нас святилище. Но почему-то... Вот, найти святилище. А где лагерь экспедиции? А, это там лагерь. Все, я разобрался. Я понял. Насяльника, я понял. Мы туда идем. Какая странная компания. Кто вы такие, чтобы тревожить мой покой? Хрена себе. А, какая... А, добрый день. Мы... ты хрен пойми кто, но при этом... Пришелец. Или бледнориц. Так лучше. Значит, ты тоже связывает себя со своей землей. Представители Телема поручили нам провести расследование. Они считают, что некоторые кланы поклоняются демону, злому духу. Мы уже побывали в Ведлоге и поговорили с вождем Дердре.
Она сказала, что святилище ответит на все наши вопросы. Дедре просил вас искать демона? Любопытно. Мне показалось просто, что он выше в два раза, чем человек. Давно сюда приходил человек с вашей земли. Он тоже хотел от меня ответов. А вон его кости лежат. С ним был отряд воинов с дымящимися трубками, с золотым львом на груди. Львом? Все указывают на Альянс. Интересно, что привело их сюда. Они разбили лагерь недалеко отсюда, а потом исчезли. Все сразу. Где находился лагерь? Это было давно, я уже не вспомнил. Память у меня теперь не та, что прежде. Это место где-то недалеко, вы и сами его найдете. А, что-то припоминаю. Они задавали мне почти такие же вопросы. Ну, нахрен с тобой. Старый хрен. А я пойду в святилище. Чек. Что там? Обыскать болото. Обыскать болото. Там лестница. Там... вот там больше похоже на святилище. И мне не нравится темнота. Сохранёшечка, иди сюда, моя дорогая. Раз, обыскать болото. Обыскать болото в 111 метрах. Обыскать болото. Так. Я нашел барабаны. Барабан с жабой. По барабане в барабан с жабой мы вызовем большую жабу. И всех победим. Тут еще есть змея и стрекоза. Отлично. Метров. Че ближе вообще? 72 метра. 96 метров. 100 метров. Он мне 65 нравится метров. Пошли. Угу. Да. Ну, ведем в прямое направление. Ну-ка. Нет, не глобалочку. Пожалуйста, поменьше карту. Вот обыскать. Это просто... Ну да. Я понял. Я, видимо, иду к какой-то территории. Обыскивабельный. 32 метра. Пошли. Я чую, зло прячется где-то тут. Стрекоза. То есть мы должны дать люлей стрекозе, жабе и змее. Я прав? Фреска в желтых тонах, изображающая какое-то насекомое. Так, тут в 40 метрах еще смотреть болото. Ну, давайте пока по этим побегаем. Что-то по времени полчаса нормально. Да блин, просто свались-то отсюда. 92 метра, пошли 92 метра обыскивать. Что такое? Железная руда пойдет. По газам. Ничего хорошего. Дайте угадаю, змея. Изображение полустертое, почти ничего не видно. Ладно, змея или жаба, ладно. Обыскать болото 90 с чем-то метров. Ну, в общем, надо все эти фрески посмотреть, а потом трюхать туда, где увеличительное стекло нарисовано. По-моему, так. Ну, логично же. И там победить свою жабу. Стой. Трутовик я чую. Ну, трутовик же. Трутовик. Это мои боеприпасы. 22 метра. Почти. А, не угадали, там жаба была. Красная змея. Так, пропала. Теперь туда. Туда не пройду, так. А если тут? А тут прыгает, смотрите, прикольно, да? Там нет, а здесь да. Погнали. Я сейчас руды наберу до неподъемности полной. Сряжка величатая. Нет, трутовик, смотрите, здорово.
Так, Беладонна не знаю нафиг. Вот тут прыгает вообще. Ничего не боится. Погнали, погнали, погнали. Цигель, цигель, ай-лю-лю. Так, за стрекозлом, да. В общем, жаба почему-то полустерта. Я не знаю почему, но жаба полустерта. А что, тупик. Вот туда можно пойти. Трутовик. Вот трутовиком тут затарюсь. Так, как туда пройти-то? Вот сюда. Кай. Но я тут не прохожу. У меня тут загорожено. Посмотрим насчет спуска где-то здесь. Так, я прошел, то есть мне сюда. Трутовик? Трутовик. Ай, пороха наделаю. Не сюда, туда. Сундук. Боеприпасы, здорово. И влево, вот где-то тут. Почти вся одежда на трубах заняла. Не те ли это люди, о которых говорил старик? Может быть. На одном из конзолов я еще раз зачем герб Альянса. Давайте тут осмотримся. Может, найдем что-нибудь интересное. Давайте нажмем F5, а то, может, что-то интересное найдет нас. Ну, вон сундук я вижу. Еще сундук я вижу. Чертеж. Зелье демонического обряда. Страница вырвана из дневника. Здесь все. Вызвать создание достаточно выпить обычный отвар из ягод Беладонны. Обряд, вероятно, основан на том, что в небольших количествах эти ядовитые ягоды обладают очищающим действием. Впрочем, настоящий яд из этих ягод – болотный яд. Все. А, выпить из Беладонны? Ладно. Поговорить с отшельником. Хорошо. Там еще какая-то бумажка была про демонический обряд. Второй уровень взлома. А ключом? Ну, в общем, у меня нет ни ключа, ни взлома. Так, демонический обряд. Поговорить с отшельником, да. Тут что? Тут ничего. Так, мы нашли записку. Мы нашли демонический обряд. Это вызвать создание. А где демонический обряд? Ули и Вайлея. Вождь стада Андригов. Так, на Терфраде. Что на Терфраде? Черные земли. Это деревня. Коренные жители Дедри. Ну, это характеристики. Так, вот тут непонятно. Тут нет этого... Там было про демонический обряд бумажка. Но я ее не нашел. Ну, в смысле, я ее не прочитал. Я вот. У меня только страница вырвана из дневника. Лекарство Малихора. Ну ладно. Так, ладно. Дополнительное задание, задание, все, пошли. А это к священнику, но я не понял, куда делось про вызов демона, там что-то такое было. Я ж две бумажки нашел. Ай да, к старому хрену. Стоямба. Я отсюда иду как минимум с боеприпасами, что надо приходить фармить боеприпасы. Руда. Я прям на ходу умею ее собирать. Привет, старый хрен. Чего тебе, странный странник? Мы нашли лагерь. Точнее, то, что от него осталось. Я же говорю, вы не первые бледнолицые, кто был здесь. Погибших было много, что с ними случилось?
Помнится, я их предупреждал. Но они меня не слушали. Сами виноват. У них было странное оружие. Странное, но мощное. Только оно их не спасло. Топи все равно оказались сильнее. Вы так легко об этом говорите? Тирфради дает, Тирфради забирает. Ты еще здесь? Че тебе опять надо? Я нашел дневник. В нем описывается обряд. Точнее его часть. Вы что-нибудь о нем знаете? А обрядит? Да, только он для нетерпеливых. Как по мне, от него нет толка. Я лучше посижу, подожду. Мне бы он очень помог, расскажите о нем. А зачем-то же Дейрдре отправила вас сюда. Молодо зелено. Видишь вон те барабаны? Если сыграешь на них правильно, то пробудишь землю. Пробужу землю? А это еще не все. Когда земля проснется, появится камень, который надо оросить. Оросить камень? Ты еще здесь? Чего тебе опять надо? Как играть на барабанах? А, ну тут все просто. Музыка — главный язык в Тирфраде. На нем мы говорим с землей. Следуй законам природы, и она тебя услышит. Хищник, жертва, цикл. Это не слишком понятное объяснение. Ну постой, постой. Сначала нужно изобразить шипение змеи. Или сначала идет насекомое. А, совсем ничего не помню. Я уверен только в одном. В чем? Нужно бить по барабанам только по одному разу. Ты еще здесь? Что тебе опять надо? Оросить камень. Что это значит? Спасать на него что-то? Вода стекает с камня и возвращается к нам с его силой. Хотя порой воды недостаточно. В записях есть рецепт зелья, который якобы содержит сущность этого места. Это им нужно полить камень? Да, конечно, конечно. Ударить барабаны. Хорошо, пошли. В принципе, там цикл не цикл. Стрекоза, жаба, змея. Жаба ест стрекозу. Змея ест жабу. Наверное, так. Три барабана в каждый по разу. Но в барабаны мы ударим в следующей серии. А на этом все. Ставим лайки, ставим дизлайки, пишем комменты. Всего хорошего и до новых встреч.